Как на кофемолка. Всегда такой мечтал. Отпустите, бабуся! И после кражи кофемолки началось настоящее расследование. Государственное дело! Двое отменных хулиганов. Мы поймаем его. И злобный, могучий маг. Лягушка-волшебница. Я прекрасная фея Амарилиса. Очень похожа. И великая гадалка. Странная компания. Ведь все они его друзья. Разбойный барабус. Пора. Карапуз. Недопуз. Барабус. Барабус. Лесной разбойник. Премьера 2 мая на телеканале «Детский».